Приветствую вас, друзья! С вами Светлана Быкова. Четыре вида заправки байка в Таиланде. Это, естественно, обычные заправки. Вот вы видели одну из них, во вторую. То есть заправки, к которым все привыкли у себя в странах, но только в Таиланде. Небольшая очередь, но это самая выгодная по стоимости заправка байка в Таиланде. Вот вы видите здесь цены. Вот второй вариант. Такая заправчонка, не знаю, как ее назвать, 24 часа работает. Какая здесь стоимость, не знаю, но я предполагаю, что все-таки побольше, чем на обычной заправке. Вы видите, вот она происходит вот таким, скажем, кустарным способом. Третий вариант. Вот местами стоят вот такие заправки, где можно подъехать и тоже заправиться. И четвертый вариант. 40 бат стоит заправить. Вот такие бутылочки разноцветные, почему не знаю, стоят бутылочки на улицах, у магазинов, там даже где у салонов массажных. То есть если вы внимательно смотрели ролики, где я записывала «Едем вместе по Пхукету», то такие вот тоже вот такие бутылочки мелькали. То есть 4 вида заправки в Таиланде. 2 средних, которые рассказала я, стоимость не знаю, поскольку мы заправлялись только на обычных заправках, чтобы не рисковать. Байк все-таки не наш. Хотя, думаю, что заправляют везде нормально. То есть не подмешивают, ничего не портят. Мне так кажется. Стоимость их просто предполагаю, что больше. Рекомендую делать заправку вашего арендованного байка на нормальных заправках. С вами была Светлана Быкова. Смотрите мои следующие ролики. Ссылки на них вы сейчас увидите. Подписывайтесь на канал. В скорости будут новые видео. До следующей встречи!